Все. Так, ютуберы, привет. Значит, у нас проблема. Дюрки сильно набрали вес, и им тут уже места не хватает. То есть сильно тесно им тут. Тесно, и потому срач такой, потому им тут даже немного душно. Само здание по себе не душное, то есть тут все утеплено. Солнце сильно не пробивается, но мало места, короче. Сейчас будем их отпускать. Отсюда отпустим, а сюда вот запустим. Тут я им воду сделал вот таким образом. То есть гайку открутил, выше, ниже поднял. Или хоть аж сюда. Водичку. Все у них чики-пики. Бункер тоже приварил. Бункер не стал красить, думаю, пойдет пока так. Ну и решетку вот таким образом сделал для слива мочи. Сейчас будем пробовать запускать. Может быть, есть шанс, что они пойдут сами, но маленький шанс. Маленький шанс, что пойдут сами. Кормушку. Я их еще днем думал перевести, но в кормушке немного оставалось. Думаю, пускай выжжут, я не подсыпал. Ну, видите, что. Так, ну что, дай бог. Давайте сами. Не, сами не. Сами не. Пойду бегать. Так, друзья, ну, к большому удивлению, бегали минуты 3-4 за ними. Маша спокойно. Минуты 3-4 побегали, забежали сами. Ну, тут даже клетка более-менее им нормально будет. Как раз то, что надо. Так. Тут вот водичка вам. Ну, сейчас обнюхается. Сейчас им корма сюда сделаю. О, срут где попало. Ну, в основном в этом сарае срут под стенку. Или вот тут угол. А там посмотрим. По этим жужикам. Сильно большие они стали уже, грубо говоря, не удержишь, чтобы перетянуть даже за задние ноги. Приходится так. Да, им кто-то будет попросторней. Сама по себе порода дюрок растут довольно-таки хорошо. Я бы даже сказал, очень хорошо, да, при рождении они маленькие. Вот, допустим, до месяца они, ну, чуть хуже, чем обычный трехпородный гибрид или четырехпородный гибрид. Но уже когда там, грубо говоря, после месяца, начинает стартовать хорошо. И обгоняет гибридов. По привесам уже туда после двух-трех месяцев, четырех, вообще тогда колоссально набирает вес. Ну, видите, жарко им. Бетон холодный, ложатся. Сарай, сама клетка 3 на 3. Не, где-то так 3 это точно, а так, наверное, 3.40, 3.30, ну а так где-то, я точно не помню это, когда уже строили. Сарай 2014 года, вот этот просто каждый раз партию запускаю, побелили. Туда-сюда, ну тут буквально сейчас неделя пройдет, оно все черное будет. Сейчас покажу, какое оно будет через буквально неделю. Вот как вот здесь. То есть яма уже наполнилась, яму надо будет вычистить. Все вычистить, стены вычистить, все просушить, вымыть, побелить. Тут опоилка такой же самый метод. Две пластины, только пластины деревянные, и начали их грызть. Я сделал железные, нормально регулируется, хорошо, а деревянные загрызают.
в новый, тот, что построю, переводить не буду, пускай тут и будут до зареза. Это у меня чисто надкорм. Три девки, один кастрированный хряк. Поэтому, ну да, сейчас стены будут все грязные. Вон уже пообстыкали. Они еще немного побегали там, хотя бы несколько минут, но побегали по жаре, им вообще жарко стало. Вот вода. Ну, я думаю, поймут. Видите, воду лью, сразу ложится. Может, бетон им водой облить? Да, я думаю, не надо. Они сильно побегали, чтобы еще воспаления никакого не было. То когда они в спокойном режиме, спокойно можно ведро 2 линуть на пол, на бетон, и они вот так будут по бетону качаться. А когда они побегали и горячие, ну не надо им холодной воды. Промачивается и неравноукладный. Вот спустя один день уже стены грязные. Я вообще густое забираю, но так как бетон промачивает, то бетон крепости наберет. Жарко у нас. Жаркенько. Так. Люки. А! А ну их сюда в угол. Не поливаем, а на бетон льем, и оно нормально. Они сейчас остынут немножко, как, и будут кушать. Мы сейчас такие манипуляции по всем сараям сделали. И бетон крепость наберет. Так же само у Маши, куда переводили.
Носик. То же самое. Бетон. Ну тут у меня часть вот это метр бетона, а дальше все деревянный пол. Хотя раньше было так само, один бетон, но я потом застелил наверх дерево и еще залил бетон. Потому что для маленьких поросят, думаю, пускай лучше как лучше. Попробивать сливы. Маша. У нас сильно жарко, вот даже я сейчас в пеньку стою и весь мокрый. То есть пеньок, а все равно мокрый, потому что... Ну и вот так, такие манипуляции делаем каждый день. О, видите, вы говорите, они себя плохо чувствуют. Мы себя нормально чувствуем на пляже, правильно? Когда пляж и вода прохладная, нормально себя все чувствуем. Так само и им. А ну, духота такая. А так я на полы поналивал. На полы поналивал, и тем самым она немного... И бетон холодный становится. И женька водички, да? Маша. И все. Это у меня уже все. Ну, верхний, последний или крайний сарай, последняя клетка, где я закончил уборку. Убрали и... Там забито ветровой. Ну и самому, конечно, попить. Машка, где такой? Чистки, блин, наверное, никогда и не было. Катак вообще чистый-чистый. Они уже нормально реагируют на воду. Я их и в том маленьком так чуть-чуть поливал пол. Наслаждается, да? Маша у нас в июле. Пену только пройду, так, по крайней мере. В июле. Чтобы она холодненькая была. В июле поросится маски у нас. Ну, грубо говоря, через месяц. Да, наверное, месяц. 11. Да, месяц. Ну да, месяц. В июле Машенька у нас покрыта дюрковым. Я ее покрыл. На, Матушка, не нервничай. Носик чистый? Сейчас отчет.
Можно больше канал. Давай.